Сходил, называется, за лимонадом в магазин. Опять наткнулся на эту женщину, у которой, блин, астма, у которой случился приступ. Она ходила за алкоголем, видимо, за пивом. И у нее вот случился приступ. Она со своим другом-алкашом, с бутыльником была. Он тоже по синьке. У них с собой был коньяк. Скоро ей вызвали, то есть, получается, тоже эта женщина проходила мимо, помогла ей, ну, ее откачать. Там в сумке уже был сальбутамол, поэтому уже как бы было попроще с этим делом. В общем, в этот раз было попроще, в плане это она была в большем сознании, чем в прошлый раз. И в этот раз, получается, то, что ей собутыльник пытался дать этот коньяк, ну, сам выпил, ей предложил, она тоже тянулась, и я просто взял это, перехватил и вылил нафиг этот, собственно, коньяк. Она потом на меня это как взъелась, там, ты чё, блин, мой коньяк вылил, взяла это, потом кинулась, то есть, ну, не в меня, конечно, кинулась, но как бы в сторону, кинула эту бутылку коньяка и разбила. А я вот очередь, ну, я в это время разговаривал по телефону со скорой, то есть оставил свой номер телефона, опять, блин, в прошлый раз звонил на скорую, в этот раз пришлось оставить номер телефона свой, и уже во второй раз мне приходится общаться со скорой, и как бы второй раз я виноват, и то, что я делаю, ну, в кавычках, ложные вызовы, потому что скорую в итоге отменяют, потому что она в итоге поднимается, то есть как бы у нее приступ был, да, ей оказали помощь первичную, да, при этом второй раз отменяется вызов. Ну, я больше, если в очередной раз ей что-то станет плохо, я скажу просто, забейте на нее, просто дайте сальбутамол, она отойдет, блин. Все, больше не надо ей помогать, блин. Она не соображает, она делает это, ну, блин, горный инженер. Женщина горный инженер, и при этом, блин, мозгов не хватает, чтобы понять, что тебе под алкоголем становится плохо вот с твоей астмой, блин, ебаной. То есть, получается, чтобы тебе не окочуриться, тебе не стоит потреблять алкоголь. Но она не соображает об этом, она не понимает этого и продолжает потреблять алкоголь. Блин, зачем? Нахрена она тогда вообще горный инженер? Может быть, ей не стоит быть горным инженером, не иметь вот эти дорогие часы, как он называется, iWatch или как-то, ну, короче, Apple-овские, не иметь iPhone, там, короче говоря, у нее даже очки вот эти дорогие, которые, как они называются, я забыл, ну, короче, которые спаренные, типа, и дали вблизь. И для близкого чтения, там, например, и для дали. То есть, все у нее, блин, дорогое, и она при этом, блин, не соображает, бухает, блин.